Джабихари. Гопиджана Валлаба Иди Варанхари. Гопиджана Валлаба Иди Варанхари. Ranjana Yashoda Nandana Raja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Ямуна тира ваначари. Yamunatira Vanachari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Кришне Гаврани Тайки Джай. Шри Джаганат Баладе Супадра Махарани Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай. Нанта Коти Вайшнаврина Ки Джай. Грантарат Шримад Бхагаватам Ки Джай. Тай Гора Премананди. У нас 12 текст, песня 8, глава 22. Бали вручает Господу свою жизнь. Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Итак, пожалуйста, санскрит. Гуру Кришна. Шри Шука Увача. Тасе Витхум Ваша Манасья. Прахрадо Бхагават Прияха. Аджагама Курушиштха, Рака Патири Водхитаха. Дословный перевод. Шишука Увача. Шишука Тева Госвами сказал. Тасья его Махараджу Бали. Итхам, так, Пхашаманасья, описывающего выпавшую ему удачу, Прахрадаха, Махараджа Прахлада, его дед, Бхагават Прияха, преданный, пользующийся величайшей благосклонностью Верховной Личности Бога. Аджагама явился. Курушрештха, о лучший из потомков Куру Махараджа Парикшит. Рака Патихи, луна. Ива, словно. Утхитаха, зашедшая. Перевод текста. Шукадева Госвами сказал: «О лучший из Куру, Махараджа Бали описывал выпавшую ему удачу, и в это время, словно луна, взошедшая на вечернем небе, там появился Махарадж Прахлад, преданный, который необычайно дорог Господу». Комментария нет? Нет комментария к этому тексту. Тут необычная сцена описывается, этот сюжет, знаете, в целом. Но тут некоторые подробности раскрываются. Каким образом Махараджа Бали достиг просветления все же? Мы знаем, что он пожертвовал всем, что у него есть. Но также нужно понять процесс. Не так, как понимают материалисты, я беру что-то, жертвую, все, что у меня есть, и сразу жду просветления какого-то. Нет. Это не так, не так. Мифически, что ли, не так примитивно. Иначе мы могли бы этим манипулировать, люди. Я положил и получаю просветление. Все очень просто. Никаких других усилий. Но когда человек на самом деле совершает ягью, он вступает в сферу взаимоотношений. Вот он процесс. Например, мы воспеваем санкиртана ягью, проводим каждый день, так или иначе. И не нужно ждать, что сразу какая-то опустится прямо бхакти.
или совершенство жизни. Но это дает нам возможность вступить во взаимоотношения духовные с духовным учителем, с группарампарой, с преданными, с которыми общаемся. И вот это процесс. Вот это процесс освобождения. То есть для нас самое ценное — воспевать в обществе преданных, находясь в процессе совместного преданного служения. Вот тогда ягья работает. Вот она сработала. Это не волшебство. Это на самом деле ученический процесс, научный. И здесь, когда Бали Махарадж, он отдал все, что у него было. Ну, он обманул его, он не собирался отдавать ничего, собственно говоря. Бамонадев обманул Бали Махараджа. И Бали Махарадж предчувствовал, что что-то случится, потому что Шукрачарья предупредил его об этом. Шукрачарья сразу сказал прямо: это Вишну. Он обманывает тебя. Он у тебя сейчас каким-то образом все заберет. Он для этого приходит, он благоволит полубогам. Отберет эти власти, все, значит, все, что связано с этим. Но Бали Махарадж в этот момент подумал: это же редкая удача прославиться. Слава неслыханная. Если сам Вишну пришел ко мне за подаянием. Никому он не приходил за подаянием до меня. И при таких обстоятельствах я отдам ему все, что он пожелает, что даже свою жизнь. Я прославлюсь потом навечно. Я прославлю весь род демонов. Всем будет известно, что Бог сам приходил за подаянием к нам. Ну, так он был главой демонической династии Бали Махарадж. И он совершил этот акт жертвы. Шукрачарья был против. Это означает, что он совершил его неправильно. Против воли духовного учителя. Это неправильно. Посмотрите, шастры, вы не найдете таких подтверждений, что можно действовать против воли духовного учителя. Но Бали Махарадж совершил именно так. Сделал. Он не послушал Шукрачарью. И когда Ваманадев сбросил его на нижние планеты и связал его веревками Варуны, был связан, брошен к ногам вот в таком положении, и Ваманадев сказал: ты пал, потому что ты ослушался своего духовного учителя. Не потому, что ты пожертвовал мне все, что у тебя есть, потому что ты ослушался своего гуру. И Бали Махарадж сказал: сейчас я вижу, кто ты. Я получил такое просветление, что мне даже ад не страшен теперь. Я не боюсь твоего наказания. Наказывай, как хочешь. Я боюсь другого, что я потеряю это. И тут явился Шукрачарья. И Ваманадев спросил его: что ты скажешь своему ученике? Он слушался тебя? Он пошел против твоей воли. Значит, он достоин пойти в ад. На что Шукрачарья сказал: нет, он достоин освобождения. Почему? Я знаю секрет, сказал Шукрачарья. Если ученик совершает ягью неправильным образом, то она не должна сработать. Но тот, кто принимает эту ягью, у него есть право принимать неправильное подношение, если оно искренне. Поэтому ошибки он не совершил. Он искренне это делал. Цель всех вед, всех наставлений, так или иначе удовлетворить тебя, Верховного Господа, он это сделал. Сделал неправильно, но искренне. Поэтому он достоин освобождения. Ваманадев: так, развяжите его. И Бали Махарадж описывает эту удачу в своей жизни. Какая же ему удача выпала, собственно, лично сам Господь
пришел к нему за подаянием. И вот он результат, то есть он достигает освобождения, достигает совершенства. И тут еще один персонаж появляется удивительный. Его дед, Прохлад Махарадж. Как раз вот об этом здесь в стихе говорится. Он явился туда. К своему внуку. И Прохлада Махарадж, он, мы знаем, это тоже в династии демонов явился. Но здесь слово используется «Бхагават Прия». То что-то особое. Бхагават Прия – это особое, это тот, кто чрезвычайно, чрезвычайно дорог Господу, Бхагават Прия, лично ему. Это Прохлад Махарадж. Царь Бали увидел своего деда, Махараджу Прохладу, счастливейшего из людей, темное тело которого напоминало своим цветом сурьму, был черный, как смоль. Такого цвета Прохлад Махарадж. Высокий и стройный, с длинными руками и прекрасными глазами, по форме похожий на лепестки лотоса, Махарадж Прохлад был облачен в желтые одежды. Он был очень дорог всем, и все были ему несказанно рады. Имя Прохлада означает, что все, кто увидит, сразу получает сильную духовную радость. Это возможно, если мы встретим человека, который, ну, свободен от вожделения. Такая личность приносит радость всем. А непонятно, по какой даже причине. Но встретить такую личность все равно, что столкнуться с чем-то непосредственно духовным в этом материальном мире. Обычно такого не бывает, потому что кама – это платформа материального существования. Если нет камы, то нет материального существования, но в материальном мире это есть та платформа, на которой мы живем. Живые существа живут, размножаются, действуют, строят планы, отношения строят, борются за выживание. Ну, все остальное, это все, что делается, происходит, это стимул, импульс именно исходит оттуда, от вожделения, от этой энергии камы. Мы вчера читали один стих, где говорится, что у гопи не было камы. То есть их тела были не продуктом рождения физического. Их тела были духовные. Они были, любили Кришну по природе своей. То есть там не бывает камы. Это совсем другая любовь. Совсем другая любовь. Ни на что не похожая никак. Нельзя сравнить. Но обманчивая майя, она копирует форму точь-в-точь. В этом мире нам кажется, нас сбивает с толку это. По форме это очень похоже, поэтому мы тоже можем здесь сильно кого-то любить. На платформе камы мы тоже испытываем чувства такие. Обманчивая вещь. И Прохлад Махарадж олицетворяет процесс с Мараном. С Мараном означает, что он постоянно думает о Кришне. Там нет места каким-то другим мыслям. Нет места. Вот он таким явился. От рождения. От рождения он обрел это могущество духовное. Так что даже его отец ничего не смог с ним сделать, с пятилетним ребенком. Он не мог уничтожить ребенка. Описывается в Пуранах, это записано в Пуранах. Это пураническая история. То есть это очень значительная история во Вселенной. Редкий случай. Но это было, что пятилетний ребенок победил царя демонов, властителя всех планет и полубогов. Победил его своим смирением, преданностью Богу. То есть как? Любовью к Богу. Опять же, любовь к Богу – это не что-то, не зашедшее так. Это взаимоотношение.
Из-за камы кажется, что это что-то не зашедшее. Так мыслит кама. Она может тоже мыслить, она может говорить, связывать слова в понятия. Она может писать научные трактаты. Может петь, танцевать, она все это делает. По форме в точности напоминает знание, богатство, красоту, все атрибуты Бога. Как будто все это здесь и есть. Здесь тоже есть много красоты, много знаний, и здесь чем увлечься. И слава. Ну, Бали Махарадж преследовал славу, допустим. Это кама. Но теперь ему все равно. Особенно, когда явился прохлада, Махарадж. Все сразу изменилось. Его глаза были как лотосы, он был черным, как смоль, в желтых одеждах. И в глазах постоянно блестели искры слез трансцендентных, потому что он постоянно думал о Кришне. Кришну нельзя описать. Неизвестно, как его описать. Поэтому описывают преданных, которые чувствуют, сознают Кришну. Вот такие симптомы, вот так он выглядит, вот так он действует, вот так он говорит, вот так поступает. Он не привязан ни к чему в этом мире. Его не интересует ни приобретение, ни потери. Он равно видит все живые существа, он не обращает внимания на формы жизни. Он уравновешен, у него нет ни друзей, ни врагов в этом мире. Это лишь симптомы. Но они каким-то образом нам напоминают о чем-то. О чем же? О Кришне. Что же это за люди? О чем же он думает? Чем же он живет? И тут мы получаем некое предчувствие Кришны. А в Гите тоже описывают эти симптомы. Но Кришну описать непосредственно очень-очень-очень трудно. Даже если мы видим его, это очень трудно сделать, найти язык. Но симптомы являются доказательством. Даже не сами по себе слова, как таковые. Слова могут произнести материалисты, что-то подобное. Они тоже могут сказать, что Бог всемогущий, Бог великий. Но там нет симптомов отношений. Люди говорят, ну, просто верит этот человек. Просто верит. Ну, не больше этого. Его вдохновляет его вера. Итак, все были несказанно рады, когда явился Прохлад Махарадж в это небольшое собрание. Значит, там Ваманадев, который только что перешагнул через всю Вселенную двумя шагами. И третьим шагом сбросил Бали Махараджа в нижние планеты. Там Бали Махарадж, там Шукрачарья, они беседуют. И на самом деле демоны должны были наблюдать эту сцену, потому что они хотели ринуться в бой вообще. Он же обманул. Это опять Вишну, вот этот обманщик. Вот еще одно доказательство. Его лицемерие. Они было схватились за оружие, но Бали Махарадж их остановил. И там состоялась эта беседа, тут явился Прохлад Махарадж. Связанный путами варуны, Махараджа Бали не мог, как бывало, выразить Махараджа Прохладе должное почтение. Он был связан, поэтому не мог действовать. Он лишь поприветствовал Махараджа Прохладу, склонив перед ним голову. Глаза Махараджа Бали наполнились слезами, и он спрятал лицо от стыда. Вот такое было явление Прохлады Махараджа. Внуку было очень стыдно. Спрятал лицо, склонил голову и спрятал лицо. Господь Ваманадев взял царя Бали под стражу. Это означало, что Бали нанес ему оскорбление. Махараджа Бали искренне считал, что оскорбил верховную личность Бога. И Махарадж Прохлада это, разумеется, не понравилось бы.
Вот почему Махарджибали, стыдясь своего поступка, опустил голову. Итак, как же так, внук, ты докатился до этого? Если ты лично оскорбил Бога, присутствие Прохлад Махараджи, это стало очевидно, очевидно. Когда великий Махарадж Прохлада увидел Верховного Господа, восседающего в окружении своих ближайших спутников, такие как Сунанда, которые поклонялись ему, он не мог сдержать своей радости, слез радости. Махарадж Прохлада подошел к Господу и пал ниц перед ним, коснулся головой земли. Так еще одна радость была для Прохлада Махараджа увидеть Господа. В очередной раз видел его как Нарисимхадева, теперь он видит его в другой форме. Узнает его. В разных формах он узнает его. Без всяких сомнений, знаете, Бог может прийти как угодно, откуда угодно, ну, и делать что угодно. В нашей жизни из таких проявлений может быть очень много божественных. Но, может быть, не все узнают это. Но кто-то узнает. Тот, кто практикует духовную жизнь серьезно, он, конечно, должен узнавать различные проявления, которые описаны в Бхагавад-гите, не просто поэтически, они описаны буквально. Прабхупада настаивал, чтобы мы осознавали Кришну, когда пьем воду. Не просто Галока Вриндавана, знаете. Нет, вот вы пьете воду, и мы должны помнить Кришну вот таким образом. И многие другие вещи мы делаем. И все это связано с Богом. И много наставлений получаем из разных источников, но не всегда принимаем это, не всегда узнаем Бога. Неофиту нужно услышать это от духовного учителя, и то не сразу он это все примет и поймет. Мы не так легко узнать Кришну. Но если, опять же, обрести трансцендентное знание – это способность быть в сознании Кришны, означает это. Способность, то есть трансцендентное знание – это наша жертва постоянная, постоянные мысли, деятельность в служении Кришне. Вот в этом сознании мы можем видеть, как Господь освобождает нашу душу через все обстоятельства жизни, в которых мы находимся. Абсолютно все обстоятельства будут способствовать этому освобождению. Не будет никаких препятствий. Все препятствия в уме и наших разногласиях. Мы не соглашаемся с Богом. Мы живем в определенном месте, в определенной семье, заняты деятельностью или не заняты, или не знаем, что делать. Это обстоятельства. Именно в этих обстоятельствах нужно развиваться. Не смотреть, как живут другие люди или другие преданные. Это кама. Это кама все сравнивает. Начинает либо радоваться, либо печалиться. У меня этого мало, у того много, а тут наоборот еще что-то. Это все кама, все эти сравнения сегодня. Мир, он с ума сошел от этой гонки, от этой конкуренции финансовой. С ума люди сошли. Все, на все готовы. Такое возбуждение умов и духовная практика должна нас освободить из этой конкуренции, вывести из этой сферы борьбы за выживание. Как? Нужно обрести эту любовь. Сегодня особое время пришло. Не просто садхана бхакти. Время отношений наступает. Настоящее. Мы уже не маленькие дети. Исконно 50 с лишним лет. Это очень интенсивная практика. Просто оставаться на уровне садхана бхакти будет нечестно долгое время. Необходимо также уже уметь строить отношения с людьми, с миром, с преданными, со святым именем. Необходимо научиться чувствовать, сознавать. А не просто вечно спорить, кто прав, кто виноват, такая шастра, другая шастра, тот такой, а тот такой.
Это никакая не культура, это просто безбожие. Это просто кама. Итак, если не препятствовать воле Бога, мы легко будем продвигаться в сознании Кришны. Если у нас еще есть определенное состояние упрямства и бунта какого-то, и, ну, потребуется время для размягчения сердца. Несомненно, рано или поздно сердце размягчится, если преданно искренне. Ну, сердце еще мягче, еще мягче, еще мягче. Так что материалистам будет стыдно в глаза глядеть преданным, как тут написано. Будет стыдно в глаза глядеть преданному. Такое влияние будет оказывать преданные, достигшие духовного уровня. И Шри Прохлад Увача, что же сказал Прохлад Махарадж, явившись туда? Махарадж Прохлад сказал: «Господь мой, это ты даровал Махараджибали богатство и положение царя рая, и сегодня ты же отобрал у него все это. Я думаю, что ты замечательно поступил в обоих случаях». То есть ты дал ему высочайшее положение в этом мире, а теперь абсолютно все, что ты дал, ты отобрал обратно. Ничего не оставил. И он говорит: я думаю, это хорошо в обоих случаях. Получил – хорошо, потерял – хорошо, одинаково. Так думает Прохлад Махарадж. Занимаю высокий пост владыки рая. Владыки рая. Махараджабали все больше погружался во тьму невежества. Поэтому ты взял, явил ему огромную милость, отобрав у него все богатства. То есть он испытал развил гордость. Но в каком-то смысле это тоже опыт жизни, который каждый должен получить, но правильно. Правильный опыт гордости ложной каков? Когда человек понимает, что причиной всех несчастий в моей жизни является моя собственная ложная гордость, это правильный опыт. Если же он думает, что причиной всех моих несчастий является ложное эго вот этого человека, который испортил мне жизнь, он не получил опыта еще. Материальное существование будет продолжаться. Пока мы кого-то обвиняем, судьбу или кого-то лично, или общество, или страну, или этот мир, некоторые люди просто проклинают уже этот мир, проклинают свою семью, своих близких людей, вот. Материальное существование будет продолжаться. Этот бич будет бить снова и снова, снова и снова, снова и снова. Тот человек, который хоть раз изменил своему долгу, начнет это повторять. Это все будет опыт измены. Измена одной семье, другая семья. Измена будет у другой семьи. Измена будет дальше, и дальше, и дальше. Мы будем все брать и бросать, брать и бросать, брать и бросать. Это все измена, 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 измена. Это неправильный опыт ложного эго. Это демонический опыт. Но здесь Прохлад Махарадж, он говорит о настоящем опыте. Махарадж Джабали получил уже не демонический опыт, а духовный опыт. Ему очень повезло, говорит. Это очень хорошо оказалось для него, потерять все. Как сказано в Шримад Бхагаватам 10.88.8. Тут санскрит. Любые материальные богатства человек получает по милости Господа. Однако, если он, разбогатея,
разбогатев, начинает кичиться своим достояниями и забывает о самосознании. Господь сразу отбирает у него все богатства. То есть преданный под защитой находится. Кришна у всех отбирает все. Ну, лишнее. То, что необходимо, конечно, остается, но вот эти все лишние вещи, которые стимулируют ложную гордость, как правило, Господь отбирает. А во что же превращается такой преданный? Никому не нужное существо в этом мире. У него нет ни камы, ни премы в итоге. Такое промежуточное состояние. Как бы некий испытывает такой позор. На него смотрят материалисты с презрением. Фу, ты заработать не может, ничего не может. И преданно смотрит тоже с сожалением. Какие мы несчастные все, мы не можем, мы то не можем, все не можем. Это милость Господа здесь говорится. Не думайте, что это достаточно. Это лишь урок. Мы должны научиться настоящим вещам. На самом деле нужно, мы должны обрести свое могущество, изначальную природу духовную, без ложной гордости. Не жалко вам этих богатств, Господи Боже мой. Кому нужны эти богатства вообще? Их полно вокруг. Но люди так устроили, что эти богатства никому не отдают. Несколько человек владеют ими в мире. Остальные должны тяжело трудиться, чтобы что-то иметь. Вот как это происходит. Но богатств достаточно для всех. И пищи достаточно, и всего достаточно. И счастья достаточно. Столько людей могли бы быть счастливы все. Но не хотят общаться. Правильно. Не хотят. Итак, Господь в этом случае отбирает все лишнее. Такова милость Господа, которой Он одаряет преданного, желая помочь ему постичь свою природу. Те 16 тысяч царевичей, плененных Джарасандхой, представьте, какая была у них судьба, они были царями, носили оружие, жили в дворцах, ездили на колесницах, управляли народом, сражались друг с другом, решали политические вопросы, экономические, все было в их власти. Собирали налоги, в общем, руководили миром. Но, как выяснилось, как потом они сказали, мы просто бряцали оружием из гордости, это вот так мы жили. Ходили по земле бряцая оружием. Наша судьба резко изменилась. Джарасандха очень сильно оказался демоном. Всех этих 16 тысяч царей взял в плен, бросил в тюрьму. Ни оружия, ни дворцов, ни денег, ни власти, ни подданных, ничего. Ничего. Более того, регулярно приносил одно с другим в жертву Господу Шиве. Отсекал головы, приносил в жертву Господу Шиве. Вот в таком положении были как животные на заклание. И когда Кришна их освободил, они все сказали в один голос: «А мы это заслужили». И мы страдали, пока полностью не предались тебе в этой тюрьме. И вот теперь ты перед нами. И нас, по идее, нужно продолжать наказывать за наши грехи, а теперь ты нас снова одарил властью. Дал нам всем боевые колесницы, оружие, власть, снова новое положение. Но теперь мы тебя не забудем. Теперь мы знаем, зачем все это нужно. Для кого, для чего. Ради этого Господь всегда готов наказать преданному любую помощь. Материальное богатство таит в себе опасность, ибо иногда у богатого человека возникает впечатление, будто он властитель всего,
что его окружает, хотя на самом деле это не так. Внимание такого человека отвлекается, и он начинает заботиться только о своем ложном престиже. Поэтому Господь, желая защитить преданного от подобного заблуждения, являет ему особую милость, отбирая все его материальные богатства. «Ястягам ану грихна ми». Да, здесь цитата приводится. Вот тут описывается, почему так происходит, почему в нашей жизни что-то происходит, ведь любое событие мы должны понять через свое «я». Так Кришна в Гите говорит, к себе возвращай свой ум, куда он пойдет, обратно возвращай к своему «я». Почему это со мной происходит? В этом есть какой-то же высший смысл. Давайте забудем о теории случайности, которая у нас сидит в головах от образования материального. Мы тоже начинаем думать, что тут значит, случайно или несправедливо. Случайно и несправедливо одно и то же. Надо выбросить из головы эту вот ерунду. Ничего случайного не происходит. Мы не случайно рождены в этом мире, не случайно вот в какой-то семье, в каком-то месте, в каком-то теле, с каким-то разумом и так далее. Это не случайно. Это нужно понимать язык Бога. То есть мы, может быть, не понимаем еще священные слова, но события перед нами мы должны понимать. Как, ну, библейские сказания об этом, через события они понимали Бога. Если Бог гневается, значит, будет засуха, неурожай, или там их возьмут в рабство. Значит, что вот где-то они согрешили, где-то они отвернулись от Бога. И если, наоборот, победа, процветание, значит, Бог благоволит. По этим событиям люди тоже понимали как-то присутствие Бога. Ну, а пророкам удавалось даже слышать голос. Даже слышать голоса свыше. И так все было истинно. Даже удавалось идти против законов физической природы. Как Моисей прошел через по дну Черного моря, которое расступилось перед ним. Но это были великие пророки, единицы. Остальные люди хотя бы ориентировались по событиям, по отношениям. Но в наше время случайность им управляет. Люди говорят, то случайно, все случайно. Мне просто не повезло, а кому-то повезло, несправедливо, случайно. Это такое глупое мышление. Животное так же думает. Но вообще не понимает, откуда что происходит. Как все случайно. Вообще не может сообразить ни о чем. Солнце случайно всходит. Разве нет? Вовремя, конечно, но случайно. И случайно заходит тоже вовремя. Ну, это же просто глупости. Зачем нам повторять эти глупости в нашей жизни? Давайте доведем нашу жизнь, ну, до практического понимания. С теории до практического понимания. Раз мы живем в энергиях Бога, который под контролем Бога, у нас есть шанс осознать Бога, находясь под контролем Его энергии. У нас есть шанс. И так, когда человек что-то теряет, если он сознает Бога, это для него благо. Если не сознает Бога, то ну, трудно сказать, благо, не благо, там все плохо для него. И потери, и приобретения одинаковы. Они его держат в материальном мире очень хорошо. И хорошие вещи еще хуже плохих, потому что именно хорошие вещи удерживают его в материальном мире, чтобы он продолжал страдать. Ради каких-то маленьких хороших вещей он терпит столько страданий. Или привязан. Поэтому эти хорошие вещи, с этой точки зрения, они не так уж хороши. В этом смысле они не хороши. В материальном мире все неблагоприятно получается. И хорошее, и плохое. Материальное богатство сбивает с толку даже образованных
обуздавших свои чувства людей, заставляя их забыть о смысле жизни, самоосознании. Но Владыка Вселенной, Верховный Господь Нараяна, по воле своей видит все. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед Ним. Тут такое доверие, а? Вот такое доверие. Отобрал у Бали Махараджа все. И вот за это Прохлад Махарадж выражает почтение Господу. Ты отобрал все, выражайте почтение. Обычно мы дары любим. Уважаем дары и уважаем ту личность, кто делает нам дар. Но здесь совершенно противоположное. Это никакой дар материальный, он все отобрал. И вот за это он выражает почтение, потому что видел эту отвратительную ложную гордость Бали Махараджи. Это как инфекция, он был просто болен этим. А теперь он выздоравливает. Благодарю тебя. Хорошее лекарство ты нашел. Невероятно. Просто никому в голову бы не пришло такое. И даже не по силам было такое сделать. Кто мог бы отобрать все эти три мира у Бали Махараджа? А ты абсолютно все, два шага. С легкостью, играючи это сделал. С радостью. В форме игры просто. Ну, ты же обещал, он сказал, три шага. А где третий шаг? Ты меня обманул, что ли? Бали Махарадж. Великий демон, царь демонов. И ты обманщик? Нет, сказал Бали Махарадж. Я не обманщик. Начинается игра. Ты не шагнул в одно место еще. На мою голову. И вот третий шаг ты можешь сделать сюда. О, потрясающе. Атма неведана. Вот это да. Вся вселенная вздрогнула, когда это услышала. Да, это чудеса, конечно. Слова. Тут цитируются слова из стиха, указывают на то, что человек, обладающий материальным богатством из-за гордыни и ложного самомнения, неизбежно начинает пренебрегать духовными поисками. Неизбежно. Именно это и происходит в современном мире. Так называемый научный прогресс и в производстве материальных благ привел к тому, что люди совсем позабыли о самосознании. Почти никого не интересует, кто такой Бог, каковы наши отношения с Богом и как мы должны жить. Современные люди полностью забыли об этих вопросах, ослепленные жаждой материальной собственности, обогащения. Если общество и дальше будет развиваться в том же направлении, недалек час, когда Верховная Личность Бога отберет у людей все их материальные богатства, тогда люди придут в чувства. Вот и все. Готовьтесь. Мир давно сошел с ума. Чтобы это заметить, нужно немножко прозреть, потому что это слово я слышал еще 40 лет назад, что мир сошел с ума. Но и сегодня не сразу это понятно. За 40 лет сумасшествия. Все привыкли к этому и думают, это нормально, здоровое общество. Потому что родились в нем. Потому что наследовали такую природу, они не видят ничего. Они сами такие же родились, думают, это естество. Так и должно быть. И только благодаря вот этому духовному рождению начинает человек прозревать, что есть другая какая-то жизнь вообще, другая природа, как у гопи. Есть любовь, есть према. Оказывается, другая природа существует, вообще другая природа существует. Я и есть часть той природы, духовной, нематериальной.
И тогда понятно, что мир сошел с ума. И тогда понятно, тогда видно это. Ну и Прабхупада говорит, что в комментарии так всегда бывает. Это не первый случай в истории, когда Господь вмешивается, или законы природы начинают действовать не согласно воле человека. Не согласно воле человека. Может, до какой-то степени это злоупотреблять, подчинять, насиловать законы природы, использовать для чувственного наслаждения, но до какого-то лишь предела. Затем природа действует не согласованно с его волей и желаниями. Эти же достижения, которые он обрел, становятся причиной его сильных страданий. Обратная реакция начинается, в обратную сторону. Волна отходит. Знаете, как это происходит с цунами? Сначала вода уходит далеко. И люди, которые не знают этого явления, они думают: о, морское дно обнажилось, пойдемте посмотрим, там много раковин, много чего можно найти, жемчуга. И они идут туда. Но эта вода отошла, потому что волна стянула эту воду. Стена идет огромная. И они не успевают убежать. Все сметает, все сметает. Есть такая картинка в Бхагавате. Это цивилизация такая, знаете, такой человек, бог такой, знаете, у него там города, заводы такие изображены, вот в его власти все это. А потом другая картинка, все это под водой. Все это накрыто полностью этими волнами, все полностью. Трудно даже представить, да, что такую цивилизацию можно просто смести с лица земли. Но это происходит. Историки тоже знают, археологи исследуют, что ни одна уже цивилизация здесь отметила свою кончину. Кладбище цивилизации еще есть, знаете. Мы с вами живем на кладбище цивилизации. И строим очередную цивилизацию в таком же духе. Да, просто волна отходит. И кажется: ой, сколько всего, ну, давайте-ка все это возьмем. Для наслаждения чувств. Баба! Как это получилось? Видите, сколько мы знаем и сколько мы не знаем законов природы. В всяком случае, нужно одну вещь понять, одну хотя бы вещь понять, что эта природа находится под контролем Всевышнего. Опасно заявлять на ее права. Это не наша собственность. Если кто-то думает, что это моя собственность, это сумасшедший человек. Если он живет ради этой собственности, и он ради этого делает такие грехи, такие поступки, чтобы отобрать, или убить, или захватить, ради собственности, ради богатства, это просто сумасшествие. Вот такая сегодня у нас тяжелая тема, демоническая тема, но полезная, полезная. Здесь мы остановимся, и, пожалуйста, если есть вопросы, мы остановились на 18 тексте. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Выстраивание отношений – это процесс. И когда мы применяем наши неочищенные чувства, результат, я имею в виду с преданными отношениями, результат получается очень разный. И скажите, пожалуйста, можем ли мы применить вот слова Прохлады Махараджа о милости в потерях, вот конкретно вот к выстраиванию отношений с преданными, потому что все-таки у них природа нематериальная, у этих отношений, но в то же время мы добавляем сюда эту примесь материального. Спасибо. Милость в потерях? Милость в моих потерях должна быть, не в чужих. Не радуйтесь, что люди страдают и что-то теряют. Радуйтесь, когда вы что-то теряете. Да, вот именно у нас не получается, допустим, выстроить отношения. То есть мы можем... Нужно радоваться, нужно танцевать на киртане, да. Когда мы видим, что мы никуда не годимся, нам нужно петь, танцевать больше. Ну, это как бы какой-то юмор, но в то же время мы так и делаем. У нас разные отношения, по-разному складываются, но все же практика, наставления таковы, что мы должны вместе петь, танцевать все это время. Быть вместе, оставаться. Перед Богом мы все равно радуемся. Друг перед другом не очень радуемся иногда.
Но перед Богом радуемся. В конце концов, мы верим, что Он все справедливо, все устраивает, что Он видит, как сверх душа, Он присутствует. И мне надо тоже заняться собой, конечно. Я, конечно, обижен на кого-то, но я тоже так же понимать и самосознание, понимать и себя. Если человек понимает эти две вещи, чувствует то и другое, он уже может практиковать. Если что-то одно понимает, будет трудно практиковать. Скажите, пожалуйста, а почему Прохлада Махарадж стал черным? Вроде же он таким не родился. И вопрос такой, Удва тоже он стал похож на Кришну, когда общались? Это одна причина или разная? Ну, ты же знаешь, почему он черный. Он же думает о Кришне. Ага, спасибо. Понял. Почему тогда в духовном мире все, ну, как бы... Вот это вопрос, да, серьезный вопрос. Кришна хочет так. Для Кришны они разные цвета, разные формы там. Для Кришны так. Если все были одинаковые, было бы скучно там. Кришна один такой, поэтому в этом весь интерес. Эксклюзив, так называется. Хари Кришна, Гуру Махарадж. Вопрос тоже про отношения. А вот в процессе преданного служения, когда мы с преданными долго общаемся, возникают в любом случае какие-то недопонимания, конфликты. И вот уже как-то опыт закалил, что все равно надо фокусироваться на том, что мы все души, и в любом случае мы вернемся в духовный мир, и смотреть надо уже с этой позиции на них, и какие-то обиды свои пускать, и принимать их такими, какими они есть, с их природой. Но формируется иногда такая штука, вот что какие-то ценности общие ты можешь не находить с преданными в данный момент, кроме духовных. Да, на духовной платформе ты видишь, что вы все связаны преданным служением. Но на материальной платформе ты видишь, что ценности очень не совпадают. И возникает такое чувство изоляции. То есть не полная изоляция, потому что ты понимаешь, что все равно это преданное. Но вот ты не можешь на материальной платформе сильно с ними взаимодействовать. Вот я не могу разобраться, это какая-то просто еще анардха моя, или это просто естественно, потому что все-таки природа не обязательно должна быть у всех одинакова. Да, ты правильно чувствуешь. Это так и должно быть. У всех будет разный опыт материальный. Разный опыт, разные убеждения жизни, потому что разное воспитание, разные информации человек получает в разных местах. В разных частях света. Поэтому они по-разному будут видеть мир, понимать, обсуждать события по-разному. Это материальная платформа. На это не нужно обращать сильное внимание. Просто это указывает на опыт человека. Все. Боже, ничего. Чем он виноват? Вырос в определенной среде, получил воспитание, впитал ту культуру, в которой он жил, то образование. Он так мыслит, так чувствует, так живет. И убеждения могут сильно отличаться. Для духовной практики это не препятствие. Те же принципы, то же служение. Все нормально. Все нормально. Убеждения не важны. Убеждения — это материальный элемент. Описано в Бхагавад-гите с 5 по 7 там стих. Перечисляются 24 материальных элемента. Это один из материальных элементов. Ничего такого в этом нет. Они могут меняться в течение одной жизни даже, можно опыт поменять. Но полностью невозможно избавиться от этих убеждений на материальной платформе. В следующем рождении они будут другие совсем. Если мы рождаемся в другой культуре, в другом теле. И не надо это беспокоить. С любым убеждением человек может служить Богу, материальным убеждением. В этом преимущество сознания Кришны. Иначе мы не могли бы объединить духовной практикой всех людей. Было бы невозможно. Поэтому не придавайте этому большое значение. Кто-то за черных, кто-то за белых, кто-то либеральный, кто-то за демократию, кто-то за авторитарное руководство. Ну и что, к этому спокойно относиться. Кришне служишь, все хорошо. Мы на это внимание не обращаем. Мы едим просад вместе. Вот это важно.
Не так, что если у тебя другие убеждения, с тобой рядом не сяду, есть просад. Или в храм не приду, потому что там тот преданный находится. Бог-то здесь при чем? Ну, вот у меня как раз таки есть такое ощущение. Вопрос больше в том, что все равно хочется как-то общаться, ну, с единомышленниками, да, и возникает какой-то момент, что, ну, очень их мало или вообще почти нет. Кришна вот присылает буквально там пару преданных, вот, с которыми я могу полностью все нормально обсуждать. Пару? Да. Ты много уже у тебя. Ну, бывает вообще никого нет. Бывает, что один единомышленник и все. Сам, я. У тебя уже пару Господь дал. Цени это. Да, я вот пытаюсь это через благодарность проживать. У тебя все хорошо, видишь. Шикарно просто. Спасибо большое. Два единомышленника. У меня ни одного единомышленника на материальной платформе нет. На материальной платформе ни одного единомышленника нет. Никто со мной не согласен. И я ни с кем не согласен тоже. У меня есть сложное эго, поэтому... На духовной платформе у меня есть единомышленники. Почти все. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Ценно было услышать про переход от садхана бхакти к отношениям. И как можно вот учиться чувствовать, что помогает этому переходу? От садхана бхакти к отношениям. Что помогает? Вот что помогает учиться чувствовать в отношениях? Чтобы... Вот вчера вы говорили о том, что когда мы хотим понять отношения, высокие отношения, мы читаем о них, и так постепенно вот что-то можем... почувствовать, как я услышала. Почему важна внимательная джапа именно? Она пробуждает вот эти чувства, эмоции. Внимательная джапа. Она как раз дает нам возможность чувствовать по-другому мир. Не только органами восприятия, а сердцем чувствовать. Вот. Если преданный привык повторять невнимательную мантру, за несколько лет практики он может обусловиться невнимательным повторением. И ему кажется, что он повторяет мантру. Он так думает. Я повторяю мантру. При этом в голову лезут странные вещи. В жизни, когда он общается с преданным, к нему в голову странные мысли лезут. В конце концов, он чувствует, что есть какая-то проблема. И он спрашивает, вот так и так, как быть с этой проблемой? Ему говорят наставники, повторяй мантру внимательно. Так я повторяю, он говорит. Я уже это делаю. И не один год. Знаете, я уже даже, может быть, 20 лет мантру повторяю, он скажет. И все же проблема остается. Значит, вы не можете дать мне ответ. Я начинаю вас подозревать. Вот что происходит. С подозрения начинается вот эта майя. А только потому, что мы привыкли повторять невнимательно, и мы не можем почувствовать ответ. Что у нас этот опыт мы потеряли. Поэтому вот эта привычка к невнимательному повторению, она может стать опасной со временем. И все начинается с того, что мы начинаем подозревать преданных в их неискренности, нечестности. Ну, много в голову может прийти мыслей, за что, да, не доверять преданным. Потому что мы перестали их чувствовать, духовную сторону. Итак, все начинается с того, что джапа – это то, что мы должны научиться чувствовать, когда повторяем. Для этого есть книги, рассказы о Кришне, Пураны, чтобы тоже мы почувствовали это его через деяния, через его форму, через его качества, которые описаны там. Это все касается наших чувств в итоге. Ну а если это всего не чувствовать, то как вы будете читать? Вы не сможете читать книги Прабхупады? Так, из-под палки. Лучше почитай Пушкина, Евгения Онегина, там есть чувства. Лучше кино посмотреть какое-нибудь про любовь, там чувства есть. Или боевые действия там какие-то, героев посмотреть, там есть чувства. А здесь читаю философия, но чувств нет. Непознанный мир.
Я там не живу. Так, так. Хари Кришна, мои поклоны. Благодарю за лекцию. У меня вопрос такой о сотрудничестве. Порой, когда мы сотрудничаем, мы бываем невнимательны друг к другу, и бывают обиды друг на друга. И у меня вопрос таков, как все-таки сотрудничать так, чтобы быть внимательным к другому и не думать только о себе, ну, чтобы не обидеть человека и не совершить вайшнава-парадху. Я думаю, что так не получится идеально. Апарадхи будут, ошибки будут. Иначе мы не сможем познать милость Господа. Если я безупречный, ошибок не совершаю, самодостаточный, излучающий сияние, преданный. Так вряд ли будет. На всех уровнях в этом мире все подвержены ошибкам. Гита говорит об этом. В этом мире все подвержены ошибкам. В том, в духовном мире все непогрешимы. В другом мире. Там нет ошибок. Здесь все ошибаются. Но так ты понимаешь милость Бога. За ошибки Он тебя награждает. Когда ты чувствуешь, что ты совершил ошибку, ты раскаиваешься, и Он награждает за ошибку. И так ты привязываешься к Господу, а не к своему благочестию. Видишь, как происходит? Но намеренно не делай плохие вещи. Намеренно делать не надо. Вот и все. Так, так. Ну, кто-нибудь по микрофону? Кто захватил? Так. Хари Кришна, Гуру Махарадж. Такой вопрос возник. Вот мы все души в этом материальном мире. Мы души в телах человека. Есть души в телах деревьев, травы, в животных. И такой вопрос возник ли, рано или поздно все вот эти вот души, которые в материальном мире находятся, вернутся ли они вообще в духовный мир? Настанет ли вообще тот момент, когда все души до одной попадут домой, в духовный мир? Или же некоторые души так и останутся навечно в этом материальном мире. Так они и согласились все, да. Но попроси кого-нибудь, кто согласится. Нет, я имею в виду, ну, может, по пути, то, что они будут как-то развиваться, как-то вот через несколько жизней, вот, как-то вот будут... В эволюции, да? Так устроена эволюция души, да? Все будут подниматься вверх. И не одна попытка будет такая, возможно, даже много таких будет попыток неудачных. Но в конце концов они должны вернуться все к Богу. Это тайна творения. Именно так мир устроен, чтобы вернуть живое существо обратно. Поэтому в этом смысле, да, все вернутся, как правило, одна-две кальпы. Ну, одна-две жизни Брахмы, и джива возвращается обратно к Богу. Но тут же приходят другие. Им же интересно. Вы-то были, а мы не были. Я не знаю, но материальный мир всегда вечно существует. Благодарю вас за лекцию. Вы говорили, что мы не можем долго оставаться канишхатхикари, и нужно переходить на следующий уровень. И у меня возник вопрос, как это сделать практически. Ведь Мадхьяма-адхикари отличается от Каништхи тем, что он видит, что живые существа, ну вот они на разных уровнях, кто-то невинный, кто-то злодей. И как вот нам подняться, или какие нам шаги можно предпринимать, чтобы достичь этого уровня? Мадхьяма? Да. Если я правильно поняла ваш наставник. Да, да, нужно стараться. Нельзя долго находиться на платформе, конечно, это будет проблематично. Для каждого практикующего и для общества это будет проблематично. Конечно, тикари, их практически невозможно организовать. Они везде ссорят. Везде любую вещь испортят. Хотя они верующие, хорошие, искренне преданные, но уровень такой. Поэтому не нужно быть, ну как бы,
ребенком всю жизнь. Где-то нужно повзрослеть. Это Матхьяма. И для этого описывается, кто такой Матхьяма. Чтобы мы знали, что мы стремились, знали, куда стремиться нам. Матхьяма Тикари – это тот, кто дружественен к преданным. Вот, уже мы уже знаем, да, что нужно делать. Нужно дружески относиться ко всем преданным. Хорошо. Давайте стараться, усилия делать. Второе. Он избегает демонов. Не вступает в лишние конфликты. Просто их избегает, потому что он должен проповедовать невинным третьего качества. И он любит Кришну. Избегает демонов, проповедует невинным, дружественно относится к преданным. Вот это симптомы его. Вот для этого даются описания, чтобы мы могли об этом мыслить, думать. Сначала ум включается в этот, в эти правила включается ум. Затем подключается уже рассудок, который может это как-то применить, планировать. Если мы так медитируем, постоянно, да, держим в уме это, обсуждаем вместе. Например, если мы обсуждаем это полгода, эту тему с преданными. Вот то, что такое Матхьяма Тикари. Примеры приводятся, разбираются эти качества, поступки. Одной ногой в духовном мире, одной ногой в материальном мире. То есть есть о чем поговорить. То у нас тоже вырабатывается как бы соответствующая решимость. И даже какое-то время мы можем действовать как Матхьяма под этим впечатлением. Под впечатлением обсуждений, проповеди. Поэтому время от времени нужно вспоминать глубоко положение Матхьяма Тикари. Вот. Уттама Тикари не рекомендуется слишком медитировать, потому что может сбить с толку иллюзия. Если нам покажет, что мы Уттама Тикари, это может стать проблемой. Это может стать проблемой. Это может стать такой сахаджией. Ну что все живые существа души, и как-то вот это какой-то недостижимый уровень, да? То есть не перепрыгивать эти ступени. Он придет сам. Вот в чем дело. Если вы достигаете Матхьямы, фактически вы уже свободны, потому что все остальное придет само по себе. Хари Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные. Вот я уже который раз слышу за эти дни про важность именно вступать в настоящие взаимоотношения. И хочется почувствовать, вот что это за такие настоящие взаимоотношения. Вы говорите, что важно обрести могущество. А о каком таком могуществе вы говорите? И вот как обрести эту свою изначальную природу? Ну, не на уровне вот такой фразы, которую я сейчас запомнила, а вот прям на уровне ощущения, как понять, что я продвигаюсь к этому могуществу и к этой своей изначальной природе. Спасибо. Настоящие взаимоотношения, они в сердце. Может быть, нам нужно что-то эмоциональное еще с кем-то, да, обсудить какую-то вещь, которая меня тревожит, допустим, или беспокоит, или радует. И, несомненно, мне нужен человек, с которым я могу поделиться любыми эмоциями. Это обычно семья в семье. Это муж, жена, дети, вот там мы можем общаться на эмоциональном уровне. Что угодно рассказывать, что я чувствую, что приснилось. Кого-то обсудить там, из окна увидели, видишь, он такой-сякой и так далее. А этот, наоборот, такой-такой. В семье это происходит. Это чисто эмоциональная сторона. Если ты об этом говоришь, это семьи касается. Личной жизни, материальной. А подлинные взаимоотношения – это другое, это в сердце. Эмоционально ты ничего не обсуждаешь. Ты на это просто внимания не обращаешь. Внимание. Это в сердце, это чисто духовное явление. Вот этому тоже нужно учиться. Нужна и семья человеку, чтобы эмоции тоже как-то находили, да, применение в жизни, выражать нужные чувства наши. С друзьями. Но именно взаимоотношения – это очень глубокая вещь. Бывает, на эмоциональном уровне люди хорошо общаются. Там есть и юмор, и доброе расположение, и есть о чем поговорить, им интересно. Но дайте одному из них сознание Кришны, и вся команда распадается. Нет отношений на самом деле глубоких. Чисто эмоционально.
Я думаю, что на развлечение людей придет больше, чем на философское обсуждение Бхагавад-гиты. То есть эмоционально люди готовы прийти куда угодно, а глубокие, вечные отношения построить трудно понять это. И здесь какова практика? Мы поем Хари Кришна. Ведущий поет Хари Кришна, ничего о себе не говорит. Все остальные тоже поют Хари Кришна, тоже о себе ничего не говорят. Но строятся отношения. Видите? Не на эмоциональной платформе, а на другой платформе. Вот это надо развивать. Я ответил, нет? Могущество там же в сердце находится. Это твоя решимость. Это просто твоя решимость. Как Дрова Махарадж. Он при помощи решимости достиг совершенства. Это твоя решимость. Ты могущественна, когда у тебя есть решимость. Есть такая мантра, которая развивает эту решимость. Сказать тебе? Это саньяса мантра. Но открытая, которую можно рассказывать. Я не саньяс, я не знаю другую мантру. Но эту знаю. Хотите узнать? Очень могучная мантра. Я боюсь говорить ее. Иначе потом у вас будут проблемы в семьях. Нет? Не будут? Фанатиками не будете? Нет? Очень простая мантра. При помощи преданного служения я пересеку океан материального существования. Все. Ну, можно ее повторять в уме время от времени. Так вы станете сильными все. Так, эта сторона безмолвствует. Эта сторона активна. Давайте. У кого микрофон? Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, спасибо вам за лекцию, за те знания, которые вы даете. Еще глубже и глубже проникают. У меня такой вопрос появился по поводу воспевания внимательного. И Матаджи Муна, она говорила, что во время нашего Прабхупады у них вообще не было проблем с умом, с воспеванием. И у меня такой вопрос появился, что абсолютно истина одна. И Шрила Прабхупада тогда был единственный, кто проповедовал это знание. А сейчас очень много разных настроений, очень много санг. И очень много, на самом деле, беспокойств. Вы еще говорили вчера о том, что есть основная линия проповеди. Вот. А также можно достичь совершенства, и выполняя какое-то мелкое служение. Казалось бы, на первый взгляд. И я вот задумываюсь, насколько вот... Ну, действительно, много санг разных, и там разные настроения, и даже трактуется одно и то же по-разному. Возникают беспокойства. И то же самое со служением. А приезжают, тебя вдохновляют, там, важна санкиртана, и ты идешь на санкиртану. Там. Если у тебя нет воспевания с преданными, то твоя жизнь, она духовная, ну, сходит на нет. И, то есть каждый вносит такие свои какие-то вдохновляющие моменты. Хотя Шрила Прабхупада говорил вот в лекции как-то своей, что санкиртана — это любое, в принципе, служение. И я так задумалась, откуда вот эти беспокойства у нас? Но если раньше этого не было, значимость этих многих санг, кого слушать преданному и какому служению следовать, чтобы более так четко. Потому что вдохновимся все, бежим, а потом понимаем, что что-то не то, одни беспокойства. Если это приносит тебе беспокойство, никого не слушай. Просто предайся Кришне. Если это беспокоит тебя. На самом деле и сейчас, как ты сказала, Прабхупада один проповедует по миру. Это его книги. И он основатель Ачарья. Единственный. Это остался единственным. То есть я не вижу противоречий. И тогда, и сейчас Прабхупада один такой. Если ты читаешь книги Прабхупады, то тебе не о чем беспокоиться. Но если ты не читаешь достаточно, и ты просто слушаешь разные мнения, ты растеряешься. Но так вот Прабхупада же есть. Читай книги. Проблема в том, что когда ты читаешь книги, есть моменты, которые ты хочешь разъяснить. И обращаясь к нескольким источникам, возможно, чтобы понять точно, что не спекулируют, и точно так есть, разные совершенно мнения. Например? Я, наверное, сейчас
Врасплохе. Ну, значит, это незначительно. Очень незначительно. Тут не о чем беспокоиться. Нет, нет противоречий. Так или иначе, если искренне преданы, он ну, не скажет что-то не то. Если почему не скажет? Говорит. Скажет. Еще как скажет не то. Но искренне скажет, да. Эти ошибки Кришна исправляет. Боже мой, сколько фанатично преданных искренних. Они вам такое могут понаговорить. Майя, вообще бросай все это, идем туда. Но искренне скажет. Преданные, если незрелые, конечно, не могут сказать разные вещи такие, что потом нужно будет как-то решать вопрос после наставления. Беспокойство точно будет. Зрелые преданные, они наставления не дают. Они вдохновляют. А потом дают наставления. Когда вдохновлены преданные. И готовы, и им нужно какое-то наставление. А так ходить просто всем, раздавать наставления без вдохновения. Это не опыт, не зрелые преданные. Это фанатичные преданные. Но они искренне. Искренне. Но выше них тот, кто именно вдохновить может преданных. Не наставлениями, сознанием Кришны просто. Без всяких наставлений. Это просто. И тогда преданные хотят сами получать наставления. Они хотят что-то конкретно узнать, что-то конкретно освоить. Это другой вопрос. Итак, не раздавайте просто наставления в окружающем без вдохновения. Сначала наша задача – вдохновить людей. Так, кто последний? Давайте. Вопрос появился. Он про Ханумана. Получается, когда он решил съесть солнце, то все в мире погрузилось в кромешную тьму, и никто ничего не видел. И вопрос заключается в том, как тогда полубоги увидели, где он находится, и Индра запустил его зуб свою молнию. Ну как они его увидели, если была темнота? Хануман, он не имел такого плана проглотить солнце. Просто хотел есть. А его мать, она уходила, она же родила, и она ушла сразу же. И он вдогонку буквально: «Мама, мама, куда ты? Я еще не поел. Хотя бы скажи, что мне есть? Где моя пища? Я только родился, я не знаю этот мир». Она говорит: «Ну все, что красное, круглое висит, ешь». Но он видел солнце. И он не знал свое могущество, он только родился. Он увидел солнце, стал увеличиваться, увеличился. Когда солнце стало подходящим объектом, он его взял и в рот поместил. Оно горячее, он не может проглотить его. Вот так он сидит и ест как будто. Он думает, что он ест. Ну и темно стало. И как же полубоги сориентировались, вопрос. В глухой тьме. У них были радары, наверное, какие-то там, знаешь. Но они же излучают сияние сами по себе еще. Полубоги, они же сияние излучают, поэтому они что-то могут видеть. Они увидели, что катаклизм. Солнце не просто исчезло. Кто-то его проглотил. Какая-то обезьяна причем. Обезьяна, все очень удивились. Обезьяна? Солнце проглотило. Но мы такого никогда не слышали, не знали. И точно пришли, увидели, обезьяна большая. И вот давай, Индра, сражаться с ним. Ваджру запустил, и Хануман там просто чуть-чуть заплакал там от этой ваджры. Ему просто не понравилось это. Она отскочила, конечно, от его щеки. Вот. И никто не знал, как его победить, никакое оружие не действовало. Он просто сидел и держал солнце во рту. Позвали мудреца, и мудрец сказал: «Что вы делаете, полубоги? Вы такие агрессивные, такие воинственные. Вы не видите, перед вами ребенок вообще. С кем вы сражаетесь? Он только на свет появился, он просто есть хочет. Банан дайте ему, он солнце выплюнет, да и все». Любая обезьяна так поступает. Боже мой.
Какие же мы глупые. Несите бананы сюда. Бананы показали Хануману. Вот, вот, ешь вот это. Тьфу, это солнце, не хочу его больше. Это был последний вопрос. Шила Прабхупада ки джая.